Меня зовут? Туда, да. Правда? Да, здесь сказано. Про Тейлор говорят вчера вот. А почему я, да? А почему я? Он меня зовет, реально? Тебя. Колу привезли, да? Зачем? Да, там до хера, если что. Там... Понимаю. Мы шанс не ориентироваться. Давайте, шаг вперед. На сцену. Давайте вот туда, чтобы... А почему так мало-то там? Отметил как минимум 50% от всех гостей. Самый честный. Самый честный, хорошо. Лена Горбачева тоже, она не участвует, так что... Лена. Горбачева, иди сюда, ты у тебя проштрафилась. Давай. Во что играем? Во что играем? Я новобранка. Лена, что такое-то, а? Сейчас мы такая... Что это кадр, неоправданная реклама. Но так сложилось, что Алексей Юрьевич... Тоже Юрьевич. Ну, давайте. Так сложилось, что у нас Алексей Юрьевич работает на очень замечательном проекте. Там не Россия один. Ни в коем случае это не подумайте. Но я предлагаю сыграть тесную игру. Так как Алексей работает на очень замечательном проекте. А в музыкальном проекте. Я думаю, это ответит. Ну, и да, и песня. Такие вот. Я предлагаю сыграть такую игру, чтобы у нас были участники коллектива программы «Россия 1. Привет, Андрей», там какого-то еще дочернего проекта. А, ну я пошла. До 6 человек, пожалуйста. По левую руку от меня. И все желающие по правую руку от меня. Хорошо, ладно. Александр, я прошу вас по левую руку. До 5-6 человек, пожалуйста. По правую руку. Люди, которые причастны, к сожалению, к счастью, проекту. Привет, Андрей, извините, души. Телеканал «Россия». Сегодняшний спонсор нашего вечера. Я прибавлю рекламу, не заплатил. А, все тут, да? Пожалуйста. Ребят, давайте, сюда. Все желающие, давайте, давай, 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 давай. Александр, мы не будем считать, что работаем с нами. Владимир, прошу. Подходи, ну, нам просто тут выдают бесплатные пещеры, подходи. Парень. Тише, 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 тише. Это провокация, нам это не нужно. Ира. Давайте мы начнем. Давайте. Конечно. Иди тоже, ты чего-то туда идешь. Да, команду, да, да, команду, конечно, иди давай. Ребятушки, по правую руку у меня кто? Да, да. Иди в ту команду. Пожалуйста, иди. По левую руку от меня. Согласен. Классный конкурс. Ой, конкурс резкий вообще. Мы сейчас там будем в конкурсе. Опять нет. Еще да, все хорошо. Сейчас все будет, сейчас все будет. Илья, сейчас мы... Мечты сбываются. А ты не жалеешь. Минуту молчания. Правила играют больше. Смотрите. Я вам зачитываю двух слов. Описание той или иной композиции или песни. И ваша задача ее отгадать. Но при этом мы, только после того, как я ее читаю, мы ее прослушали. Но феномен в том, что мы будем жить и только после того, как у вас есть версия, внимание, Екатерина, как вы понимаете, что вы хотите дать ответ, надо громко закричать «Алексей!» И только после того я подойду к вам и слышу ваш вариант ответа. Всем правила понятны? Уверены? Хорошо, попробуем. А остальные это задержавшиеся? Аплодисменты. Ну как? Я
У нас был вчера замечательный день. Все уже знают, что я хочу сказать. Но поздравим нас, молодоженов, Константина Кинофильма. Горько! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ладно, противно, давайте дальше. Да. Ну что, вы готовы? Ребятушечки, слушайте, сейчас внимательно. Если номер два не будет, кто успел, кто сел. Начинаем. Описание песни, ребят. Соберитесь в круг, если вам нужно. Последуйте примеру команды направо. Соберитесь в круг, чтобы обсуждать. Я же правила озвучил, Александр. Но уже не помню. Еще раз для всех, те, кто не понял. Я зачитываю описание той или иной волшебной композиции. Но ваша задача... Ваша задача ее угадать. Но перед тем, как я ее озвучу, прозвучит вариант этой песни. Но он Я с вами. Набирайте еще больше. Это твоя задача. Тогда мы первые. Давай уже начинать. Давайте, да, уже. Давай, молодец. Готов. Это Сапирова, фу. А почему? Да? Включайте музыку, пожалуйста. Это песня о любовь. Андрей! Так сделал. Маша плохо, Андрей. От этого звука. А Маша плохо. Давайте сейчас первый вариант. Просто попробуем. Все будут звучать. Хорошо? Да. Сейчас слышно, да? Алексей! Андрей, ты не договорил. Что за любовный любовный? А мы смотрели сейчас начинаем. Все готовы? Да. Ребят, важный момент. Вся команда кричит, орет. Алексей, я подхожу к ним и даю вариант озвучить их вариант. Можешь морать тут один. Но именно команда Алексей. Все поняли? Андрей, они поняли, что эти все песни как-то связаны с именинником, да? Это же слишком большая подсказка. Ну хорошо. Ну, чтобы мы тут до утра не сидели. Хорошо, начинаем. Да, надоело. Ребят, песня о любви, треугольник, без ответной любви. Алексей! Алексей! Нет, мы сначала ее... Наоборот. Алексей, мы первые орали. Нет, мы уже сказали заранее, Андрей. Вот это самое обидное, что мы сказали минуту назад об этом. Да. Это волшебно. Давай, секундочку. Хорошо. Ваш, чей? Ира. Давай. Мы точно определили, что это группа песниры. Продолжаем. Не надо, песню у нас сожгли. Стоп, назови песню. Есть они какие-то песни? Песни песеров. Мы готовы. Неправильно, Андрей. Андрей, мы готовы. Так. Почему я
зале тогда, блядь. Не знала, я думала, они в зале. Я тоже думала. Мы тоже думали, что в зале. Два, три. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке ты. Ну да, знал, знал. Команда, короче. Какие пиздеры, блядь. Просто эти пьяные овцы уже выбежали туда, понимаешь? Я про них. Это что, блядь? Нам не хватает сложности, господа. Так, идем к сцене. Нам не хватает децибел немножко. Все, ну, следующий пойдем. 1-0, ну, пока что. Все, ребят, не-не-не-не-не-не. Что, разговор будет терять?